центральная площадь города. Здесь много туристов из Китая. Вот они с зонтиками идут. Еще вон там автобусы туристические стоят. Ну и опять же, любят почему-то китайцы кормить голубей. Фотографироваться с ними любят. Не знаю, может быть, это как-то связано с культурой Китая. Может, это символ какой-нибудь, кормить голубей. А здесь фонтан, но он работает вот в таком режиме. Детишки там что-то хлюпаются в нем. Но, к сожалению, на площади нету тенька. Нет такого места, где можно спрятаться от солнца. Туристы уезжают, наверное, ну еще будут группы какие-то, они каждый день Полетел!